Эй, чувак, видишь нашу ботаншу? Ну? Спорим на 500 баксов, что ты не сможешь ее охмурить и прийти с ней на выпускной. Это типа меня на слабо берешь. Окей, но учти, если выиграю я, то с тебя косарь. И мечтать не вредно, по рукам. Привет, Маш. Тебе чего? Списать не дам, так и знай. Да, я хотел узнать, у тебя есть выбор над головой? Есть. А что? Ну, просто интересно узнать. Какие варианты у тебя выпали? Быть умной или красивой? И ты еще думаешь? Выбирай быть красивой. И еще чего? Вообще-то я хотела поступить в Гарвард. Это престижно. Ну, я это имел в виду. Ты так умная, без проблем поступишь в Гарвард. А быть красивой выпадает не всем. Может, ты и прав? Давай, жми. Ладно, рискну. Ну вот, ничего не произошло. Я так и знала, только зря я послушала. Да ладно тебе, не расстраивайся. Может, у них там сбой какой-то. Не хочешь со мной сходить на шопинг? Мы с тобой все эти годы даже не разговаривали, с чего бы? Ну, я всегда хотел с тобой подружиться. Да и через 2 дня у нас выпускной. В принципе... Ну вот и отлично. А можешь дать очки посмотреть? Конечно, только аккуратней, пожалуйста. Упс, какие-то они хрупкие. Ты что сделал? Нет, я же без них вообще ничего не вижу. Не парься, сейчас возьмем тебе что-то более современное. Пошли. Ну что, красота, походу, еще не активировалась? А я теперь без своих очков ничего не вижу. Да ладно тебе, не парься. Я же сказал, возьмем мы тебе линзы. Но сначала удалю твою эту монобровь. Нет, ни за что. Да ладно тебе, я вырву всего лишь пару волосков. И брови сразу станут опрятными. Давай. Это же вроде не так больно, да? Уверяю, ты даже не почувствуешь. Расслабься. Ай! Пожалуйста, скажи мне, что мы уже закончили. Идеально. С волосами, конечно, беда. Тут нужен только парикмахер. В смысле к парикмахеру? Зачем? По-моему, и так все хорошо. А тебя не смущает, что даже вон система не справляется с твоим видом? Я не хочу уже ничего. Не будь занудой. Из тебя сделают нормального человека. Да я даже не вижу, куда мы идем. За это не парься. Бери меня за руку, я тебя доведу. Вот линзы. Сказали, что должны подойти. Я вижу! А теперь на, примерь вот это платье. Что? Я его сам выбирал. А напомни-ка мне, зачем мы это делаем? Ну я просто хотел помочь тебе, чтобы система заработала быстрее. Как-то некомфортно. Идеально. Платье то, что нужно. Осталось сделать только макияж, и будешь конфеткой. Погнали! О, привет, детка. Здрасте. Я Мила. Буду твоим парикмахером и визажистом. Слушай. Не будем. Еще как будем. Погнали. Ну что, ты готова ее увидеть? Конечно. Открывай. Что? Обалдеть. Но я же говорила, что он будет в восторге. Из любой ботанши я смогу сделать конфетку. Ну что, как тебе в новом образе? Как-то необычно, как-то не так, что ли. Надеюсь, это приятное ощущение. Потому что тебе предстоит выглядеть так еще на выпускном. Так слушай, а почему бы нам не сходить вместе? Это я просто планировал пригласить другую девушку. Да и ты заслуживаешь получше конечно. Пару. Прости, не подумала. Слушай, а ты вообще хоть умеешь флиртовать? Ну, чтобы найти себе пару. Конечно. Да и вообще, спец в этих делах. Сейчас проверим. Парни любят, когда девушки играют с волосами. Продемонстрируешь? Пожалуйста. Так. Да. И на что я только мог надеяться. Ладно, давай попробуешь прикусить губу. Нет, не так. Давай еще раз. Ладно, походу это просто не твое. Тогда просто попробуй меня пригласить на выпускной. Эй, пойдем со мной на выпускной. Неплохо, но попробуй в следующий раз не хватать меня так сильно. Прости. Давай еще раз, как я тебя учил. Эй, привет. Не хочешь сходить со мной на выпускной? О, молодец. Это было то, что надо. Идеально. А это, если так смотреть на парня, то можно его и загипнотизировать. Ладно, я пойду еще дома потренируюсь. Да. Папа, это что, наша ботанша? О, Макс, ты не поверишь. Угадай, кто со мной идет на выпускной? Да ладно, кто? Привет. Что? Готов поспорить. К такому повороту ты был даже не готов. Вот твои 500 баксов, Макс. Так что можешь считать, что ты выиграл пари. Но... Жесть. Никогда бы не подумал, что я пойду на свидание с нашей ботаншей. Но, блин, она стала реально красоткой. Вообще-то она и до этого была милой. Плевать, я просто хочу горячее свидание после выпускного. А там я ее брошу. Что ты сказал? Да не парься, переживет. Маш, нам нужно поговорить. Макс, что случилось? В общем, ты не можешь пойти на выпускной с Германом. Что? Ну почему нет? Макс, тебе лучше держаться подальше от моей девушки. Я не позволю тебе использовать ее. Что? Мне послышалось. Так использовала ее ты, а не я. Я не понимаю, о чем он говорит? Маш, я пытался помочь тебе выглядеть хорошо, потому что он поспорил на тебя на 500 баксов. Как спор? Ну а кто ж просто так захочет идти на выпускной с ботаншей? Ну я же думала, ты просто хотел быть мне другом. Просто помогал. Маш, я знаю, звучит это странно, но... Я думала, ты был искренний. Получается, ты
просто использовал меня. Нет, Маш, пожалуйста. Нет, прости. Не прикасайся ко мне. Никогда, слышишь? Никогда со мной больше не разговаривай. Постой. Какая же я была дуреха, что повелась на все это. Никто мне не нужен. И никакая система. Потому что я была красивой до преображения. И остаюсь здесь сейчас. Что? Получается, этот вариант выбора не должен был сделать меня красивой. Он просто показал, что все мы люди и так красивы. А ты подписан на мой телеграм-канал? Ссылка в описании.